действий. Ни на минуту не ослабевает ожесточенная схватка с врагом. Сбитые фашистские бомбардировщики, куча обгоревшего металла, все, что осталось от «Юнкерса», срезанного пулеметной очередью советского истребка. В бою захвачен штаб 96-го полка 32-й германской дивизии. Среди имущества штаба оказалось много ценных для советского командования документов. Планы, карты, сведения о личном составе. Полковая казна. Сотни тысяч германских марок. Походная радиостанция. Командиры разбирают проведенную операцию, чтобы в следующем бою сильнее ударить по врагу. В лесу разведчики задержали неизвестного. При нем вещественные доказательства. Радиоприемник, документы и фотографии. Диверсант попался с поличным. Выше революционную бдительность. Уничтожим шпионов и диверсантов. Будем беспощадно бить врагов на фронте и в тылу. Экипаж лейтенанта Шапкина покрыл себя неувидаемой славой. Много раз лейтенант Шапкин и его боевые товарищи крушили фашистскую свору смелыми налетами на важнейшие военные объекты противника. В последней боевой операции, блестяще выполнив полученное задание, славный самолет подвергся нападению фашистских истребителей и попал под ураганный огонь вражеских зениток. Быстро залечив раны, полученные в бою, самолет вновь вылетает, чтобы наносить новые сокрушительные удары фашистской гадине. День и ночь Энская зенитная батарея находится в полной боевой готовности, чтобы ураганным огнем в любой момент встретить фашистских стрелятников. Зорко охраняют бойцы-зенитчики каждый квадрат советского неба. Фашистские хищники, пытающиеся прорваться к нашей родине, находят себе могилу на советской земле. Братьям, старшим товарищам, отдающим все силы для героического фронта, пионеры села Воскресенки Пензенской области вышли на полевые работы. Быстро и умело они пропололи колхозный огород. На
колхозных полях созрели богатые хлеба. Юные патриоты зорко охраняют сталинский урожай. В грозный час войны советские ребята готовы на любом участке работы служить своей любимой родине. Женщина на трактор. Замени ушедших на фронт. Этот боевой клич вызвал горячий отклик в сердцах колхозниц всей советской страны. Советские патриотки Марийской АССР успешно овладевают трактором. Скоро они уверенной рукой поведут стальных коней на колхозные поля. Единой сплоченной семьей живет весь советский народ. В суровые дни войны колхозницы заменяют своих мужей, братьев, отцов с винтовкой в руках, защищающих нашу родину от извергов фашистов. На лугах Чернинского колхоза имени 1 мая начался массовый сенокос. Заменяя мужчин, ушедших на фронт, женщины колхоза вышли на покос. Муж Клавы Корягиной сражается за родину. Работая на фабрике, патриотка находит время помочь колхозу в его полевых работах. Лучшие сено первых укосов получит Красная Конница. На колхозных полях кипит напряженный труд. Советский тыл организованно и самоотверженно трудится, мобилизуя все силы для сокрушения и полного разгрома врага. В дни Великой Отечественной войны советская молодежь готовится выполнить свой боевой долг перед Родиной. Студентов рыбного техникума отлично овладела боевой специальностью. В ряды Красной Армии они придут квалифицированными бойцами-парашютистами. Молодые патриоты с бесстрашием и отвагой будут громить ненавистного врага.